В Уральске обсудили защиту прав детей и подростков. Школы города и области подключились к платформе Zoom, где в формате открытого урока представители отрасли обменялись мнениями с учащимися. По словам организаторов, прошлогодняя профилактическая работа уже принесла результаты, а данная дискуссия дала возможность детям и их родителям высказать свои мысли. Защита прав детей и подростков – одно из ключевых направлений общества. Впервые эта тема была широко обсуждена специалистами и школами области через платформу Zoom. На открытом уроке затронули вопросы профилактики буллинга, подросткового суицида, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Одни винят в этих проблемах школьную администрацию, другие считают, что корни лежат в семье. Ноги откуда растут этого буллинга, я, конечно, занимаюсь вот на протяжении 9 месяцев, и это все, считаю, что идет все с семьи. Если ребенок, он, ну как вот, конечно, это говорить, что он недолюблен, не хотелось бы, но если он не видит любви, если он не видит доброты, конечно, у него это накапливается. Если он видит какие-то недопонимания между родителями, если он видит, что как-то к нему с жестокостью относится, с высокой, чрезмерно высокой требовательностью со стороны старших, взрослых, то, естественно, он выходит, и он либо превращается в агрессора, либо он становится жертвой. Представители различных отрасли поделились своими мнениями и дали консультации. Руководитель областного управления образования Ельдос Сафулин подчеркнул влияние социальных сетей, отмечая, что ребенок впитывает как полезную, так и негативную информацию с этих платформ. В современном обществе есть такое понятие, как информационный мусор. Нужно этого остерегаться. Через соцсети впитывается много ненужной информации, что приводит к нарушению психики, рождается агрессия. Отметим, для профилактики буллинга среди детей запущена платформа «Стоп буллинг». Ученики, участвующие в открытом уроке, отрицают случаи насилия. Среди своих сверстников отмечают, что конфликты они стараются быстро уладить. В нашей школе проводятся интересные лекции от сотрудников полиции насчет буллинга и насилия. По большей части, приходя к нам в школу, они нам рассказывают о том, что курить, употреблять какие-либо запрещенные вещества, пить и так далее – это плохо. И благодаря этим лекциям много учеников осознало вред всего этого. Стоит отметить, мероприятия по защите прав детей и подростков будут продолжены. Амина Максотова, Олег Писаренко, Нурлан Шамгонов, телеканал ТДК-42.